Жители дома на улице Гаражной в Луневе обратились за помощью в администрацию округа. Их волнует работа управляющей компании. Некачественная уборка, разбитый бордюрный камень во дворе, отсутствие дезинфекции в подвале, мусор на детской площадке. Самые простые жилищные запросы людей управляющая компания «Имидж Комфорт» не выполняет должным образом. Выслушать пожелания людей, принять меры и помочь приехал замглавы «Химок» по вопросам ЖКХ Денис Юрков. На такую практику мы сейчас вводим везде, где видим, что массовое обращение поступает по одному из адресов. Видим, что либо управляющая компания не должным образом обращает внимание, либо действительно проблема давно не решается. Соответственно, мы приезжаем, смотрим воочию, ознакомимся с этими проблемами и будем в дальнейшем принимать совместные решения для того, чтобы качественные услуги представлялись нашим жителям в городском округе Химки. Все замечания будут переданы в управляющую компанию. Администрация округа будет держать решение вопроса на контроле. Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.